Николай Носов. Фантазеры. Мишутка и Стасик сидели в саду на скамеечке и разговаривали. Только они разговаривали не просто, как другие ребята, а рассказывали друг другу разные небылицы. Будто пошли на спор, кто кого переврет. «Сколько тебе лет?» – спрашивает Мишутка. 95. А тебе? А мне 140. Знаешь? Говорит Мишутка. Раньше был большой-большой, как тетя Боря. А потом снова сделался маленьким. А я, говорит Стасик, сначала был маленьким, а потом вырос большой, а потом снова стал маленьким. А теперь опять скоро буду большой. А я, когда был большой, всю реку мог переплыть, сказал Мишутка. А я море мог переплыть. Подумаешь, море, я океан переплывал. А я раньше летать умел. А ну, полети. Сейчас не могу. Разучился. А я один раз купался в море, сказал Мишутка. И на меня напала акула. Я ее пас кулаком, а на меня цап за голову. И откусила. Врешь. Нет, правда. Почему же ты не умер? А зачем мне умирать? Я выплыл на берег и пошел домой. Без головы? Конечно, без головы. Зачем мне голова? Как же ты шел без головы? Так и шел. Будто без головы ходить нельзя. Почему же ты теперь с головой? Другая выросла. Ловко придумал, позавидовал Стасик. Ему хотелось сыграть получше Мишутки. Ну это что? Сказал он. Вот я раз был в Африке, и меня там крокодил съел. Вот так собрал! Рассмеялся Мишутка. Вовсе нет. Почему же ты теперь живой? Так он же меня потом выплюнул. И так весь день они пытались друг друга переговорить.